Здравствуйте. Здравствуйте. Ready. Тема нашего сегодняшнего собрания – диэлектрический инструмент. Профессиональный диэлектрический инструмент. Мы рассмотрим комплектацию наборов отверток, шарнирогубцевого инструмента, изолированных накидных и рожковых ключей. Да, и те два набора мы тоже сегодня рассмотрим. Но вначале я хочу всех вас поблагодарить за то, что каждый из вас работает под напряжением до 1000 вольт. Давайте вас послушаем. Опять с отверток начинают. Отвертка – это слесарно-ручной инструмент, который предназначен для закручивания и откручивания крепежных изделий. Отвертка состоит из рукоятки, стержня и наконечника. По-другому его еще называют шлиц. В наши наборы включены отвертки с плоскими шлицами и крестообразными шлицами Philips, а также наборы включают самые востребованные размеры шлицов. Для удобства на торцевой стороне рукоятки нанесена маркировка с обозначением шлица. В комплект набора НИИ-08 входят пассатижи, длинногубцы, бокорезы, отвертка-индикатор, рукоятка для сменных насадок, а также 5 насадок отверток и 4 насадки для электрических шкафов. И вращающая насадка. Материал, из которого изготовлен инструмент, хромово-надивая сталь. Покрытие – матовое никелирование. Переходим к следующему набору. В комплект набора НИИ-03 и НИИ-12 входят бокорезы, пассатижи и длинногубцы. Как вы заметили, модель НИИ-12 отличается от модели НИИ-03 диэлектрическими рукоятками. В данной модели используется многокомпонентный материал, а в более бюджетном варианте – однокомпонентный диэлектрический пластизоль. А теперь предлагаю рассмотреть многофункциональные наборы из 9 предметов набор НИИ-01 и набор из 7 предметов НИИ-09. Набор НИИ-01 входит пассатижи, длинногубцы и усиленные 180-е бокорезы. Также 5 отверток шлицевых и крестовых и 1 отвертка-индикатор. Набор НИИ-09 входит пассатижи, бокорезы, 4 отвертки и отвертки-индикатор. А теперь перейдем к ключам. Ключи предназначены для откручивания и закручивания болтов и гаек, но наши ключи изолированы. Изоляционное покрытие нанесено в термопласт-автоматах, а это повышает изоляционные свойства, надежность ВДЕ-инструмент. Рассмотрим набор однорожковых изолированных ключей НИИ-06 и изолированных накидных ключей НИИ-07. Оба набора состоят из 5 ключей. Ключи изготовлены из хромово-надивой стали. А вот рукоятки двухкомпонентные, с прорезиненным нескользящим покрытием. Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой. А также на сумках имеются отверстия под евростенды. Набор НИИ-10 включает в себя полный размерный ряд однорожковых изолированных ключей. Каждый инструмент проходит испытание напряжением 10 000 вольт по международной системе сертификации ВДЕ. Набор НИИ-04 состоит из ключа трещотки, Т-образного ключа и 5 накидных головок. Давайте установим головку ключ-трещотку. Для того, чтобы это сделать, необходимо нажать на кнопку фиксации. Ключ-трещотка работает в двух положениях. Открутить и закрутить. Установим головку в Т-образный ключ. Для этого опускаем фиксатор вниз. А если вам недостаточно этих наборов ключей, и вы хотите иметь у себя полный спектр и диапазон ключей, то могу предложить вам набор НИИ-05. И набор НИИ-11. Набор НИИ-05 состоит из 11 шестигранных головок, 5 шестигранных ключей, ключа трещотки,
Т-образного ключа, насадки и дополнительные насадки для работы в труднодоступных местах. Набор НИ 11 – это набор действительно для профессионалов. Он включает в себя самый необходимый инструмент. Упакован в пластиковый чемодан для хранения и переноса инструмента, имеет мягкую внутреннюю вставку с индивидуальной ячейкой под каждый инструмент. Данный набор включает в себя нож монтерский, Т-образный ключ, насадку-удлинитель, ключ-трещотку, отвертку-индикатор и 6 накидных головок. 6 однорожковых изолированных ключей, 4 отвертки крестообразные Philips и плоские, пассатижи и бокорезы. Мы рассмотрели профессиональный инструмент для работы под напряжением. Любой из этих наборов может стать незаменимым помощником в вашем деле. Всем спасибо. Каждый из вас показал себя в лучшей комплектации. А теперь работать. Оставайтесь с нами. Увидимся в следующих роликах.